Иди сюда. Что я сказал? Ком, ком, ком. Шнелла. Твой? Кто? Петучок? Не. О, кто это? На меня похож. О, ага. Можно посмотреть? Интересно. Не я, улыбка моя. Вот я, улыбка не моя. Парадокс, правда? Мэтт Краузе. Кто такой, почему не знаю? Потопали. Петучок, можно получить? Азяб. А у моей да у Мелании голубые глазики. Ты своей, браток, Мелании ноги вымой в тазике. Давай, давай. Я на яблоньке сижу, не могу накушаться. Дядя Сталин говорит, надо маму слушаться. Минхерцкенник. Ком. Хальт! Стой! Ich bin Я сыт им zat по горло. По-моему, его надо прикончить. Lass. Иди. Sing besser, Katjuscha. Scheiße, Gottland, die Kantanz soll dich gefallen. Da, 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 da. Scheiße. Bei mir gibt's ein Klingel und hier. На этом месте должен быть звонок. Alles ist beschissen. Здесь все в говне. Verdammte. Проклятые русские свиньи. Ноги вытирайте. Мыло. Welche Seife, дура. Какое мыло, дура. Черт возьми. Проклятая баба. У меня понос, а в этом бардаке нет сортира. Я должен сидеть под кустом. Они здесь все полоумные. Везде говно. Im Schweinestall. Как свинарники. Анфиса! Guten Tag. Добрый день, Frau. Уважаемая госпожа. Иди за мной. Теперь я буду жить там. Он вместе с ним здесь. Белье менять каждый день, когда захочешь. Verstehst du? Понимаешь?
Нравится? Ха, мягко. Вы немцы? И что же? Сапог сними. Хорошие кальсоны. Русские. В эту материю у вас заворачивают мертвецов. Die Leichen. Willst du nicht? Может, ты хочешь стать мертвецом? Нет, нет, спасибо. Alles gut. Ты думал, мы дураки? Нет, нет, я думаю, что это я дурак. Это хорошая точка зрения. Умные покоряют, глупые покоряются. Ты все понял? Я запомнил. Яволь, дозвольте ручку поцеловать. Хватит. Она там в столовой накрыла. Может, пойдем перекусим? Выпьем? Битта. Вот-вот выпьем. Товарищ. Непременно выпьем. О, мой милый Августин, 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 о, мой милый Августин, alles ist. О, мой милый Августин, просит, meine Herren. Садись. Да пошел ты, пьедрень Феня. Ты алкоголик? Русские. В отличие от тебя. Мы здесь решаем, кто русский, а кто нет. Забыл? Вспомнил! Бриллиант принцессы Гессенской императрицы русской в этом городе. Зуев тоже в этом городе. Почему? Потому что вас прислали сюда. Господа ферфлюктеры. Но без меня. Вот вам Зуев. Вот вам бриллиант. А чё не пьем-то? Чё не пьем? За Гитлера. Он хороший паренек. За Сталина. Он тоже хороший паренек. За Марла Каркса. Тоже немец. Простите, еврей. А-а-а, как обидно пролилось. Ты что загрустил-то? Мы знаешь, что сейчас сделаем? Я знаю, что сейчас устроим? Мы сейчас соорудим маленький Хаусгенерсеншафт. С девочками? С мальчиками. Ах, падлы! Ферфлюхтери! Ой! Мама! Ой! Я Гитлера люблю! Мамочка! Я Гитлера хочу! Гитлера! Убивай! Все. Ой. Ой, господа, ой, как все это грубо, неинтеллигентно как-то, не по-товарищески. О, ой, знаете что, все-таки мы с вами делаем одно общее дело, мы с вами офицеры, а никакого равенства. Ему били менять каждый день, а мне, о, а мне, когда заблагорассудится, о. Вы хоть национал, но все же социалисты. Заткнись, папа. Если ты будешь много болтать, то твои зубы выскочат из задницы. Задницу не трогайте. Надо маму слушаться. Пост. Так,
Я все понял, что я должен делать. Мы убьем тебя при малейшем неповиновении. Ну, конечно, убьете. Поняла. Вот я сейчас на вас, Швайн. Русская тупая свинья. Он мне надоел. Слушай приказ. Наблюдаем у лесной дороги. Повозки, автомобили, прохожие. Выбираем самый тихий час и раскапываем могилу. Так, мне с вами? Возможно. И тогда я еще бы хотел... Ты бы... ничего не можешь хотеть. Ну, может быть, я встречу Зуева. Может быть, ты хочешь сбежать? Ну что вы? Я рад за тебя. Я не дам повода. Потому что если ты дашь повод, твои глаза выскочат из задницы. Понимаешь? Нашу советскую родину от немецко-фашистского зверя. Враг топчет наши поля и леса. Он уничтожает наших родных советских людей. Призыв вождя, товарища Сталина, мы чекисты, выполним первыми. Я участник гражданской, товарищ. В трудных условиях подполья мы боролись с белой контрразведкой, как сегодня с контрреволюционерами и изменниками. Вперед к победе! Она, товарищи, будет за нами. И прежде всего потому, что отныне немецким озверелым ордам противостоит вооруженный отряд нашей партии ЧК, товарищи! За нашу советскую родину! Thank you.
И начинает его раздевать. У тебя там иконы и фотографии? Это кто? Никто. Нечего без спроса в комнату входить. Отравы не боишься? Ты что ли отравишь? Может, статься и я. Что у тебя с ними? А у тебя? Обстоятельства. Елена за мной следить? Допустим. Явонные? Тебе-то что? Решите представиться. Корочкин Геннадий Иванович. Офицер. Служил. Воевал. Красные дали пятнашку. Выхожу, немцы. Они тебя на нем взяли? А я сам к ним пришел. Вообще мне нужен один человек. Гражданское кончилось. Он меня сдал. Там, где я был, невозможно было выжить. А я выжил. Может, на фронте? Теперь все на фронте. Да, все. Но не всем с той стороны весточки приносит. Надо папу услышаться. Ты мне руку сломал. Значит, принесли записочку. Покажи. А может, на словах передай? Ты бы не поверила, покажи. Показывай, показывай. На. Анфисочка, жив пока. А помоги тому, кто придет. От этого зависит моя жизнь, любящий тебя. Ага, он Саша. Где еще одна? Почем ты знаешь? Профессия. Была. Фисточка, живой. Не отказывай. Любимая, надеюсь, жду. Саша. На днях еще одну обещали принести. Так, нету твоего Саши. Они его в первый же день. Врешь ты все. Смотри. Бумага. Разная. Карандаш. Один и тот же. Почерк тот же. Но написал-то один человек. Да, с интервалами в несколько минут. Не реви. Нет. А записочки написали, чтобы тебя, дуру, в руках держать. Нет. Перестань! Нет! 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 Бесполезно! В общем, так. Послушай. Когда мы исполним свои роли, они с тобой туда же. Короче, дружок. Когда они будут уходить, ты будешь меня отпускать. А если проверить? Не проверить. А если что, некого будет слушаться. Ни папу, ни маму. Как проверить? Гать, видишь? Вот. Что такое гать? Настил из бревен – это гать. Гать, твою мать, как раскопать и достать? Как? Ножом? Ножичком? Копай.
Нет, не для меня. Работа слишком тонкая. Пожалуйста, сами. А фотография-то черно-белая. Понять-то ничего нельзя. Ну, хоть что-нибудь стоит этот бриллиант? Да что вы? Господа, бриллиант 100 каратов. Чистейшей воды. 8 темных сапфиров. Да ему цены нет. Вот он. Проклятие. Последний раз я копал яму для яблони. 20 лет назад у своего отца. Я уже сыт им по горло. Свинство. Сжечь бы его живьем. Волочь. Свинство. Эрик, ты должен понять, это для нашего фюрера, для нашей партии. Сколько новых дел мы совершим на эти деньги? Наша партия, Эрик. Трудно поверить. Ну, каких-то 20 лет назад эта нога звенела шпорами. Скользила по паркету. А ведь и с вами будет то же самое, господа. Как я огорчен. Где Митя? Он находится в другой части ямы. Глинистая почва. Много болтаешь. Работа потребует усилий. Мы должны хорошо питаться. Закапываю, Эрик. Сука, чтоб ты сдох, скорее, вонючка поганая, харишь, славянская морда. Почему так долго? Почему так долго? Быстрее! Быстрее. Что я, лошадь, что ли? Хорошая еда. Ха. По нынешним временам. Любила его? А ты, Лирик? Послушай, а что он сдался-то? С тобой забыл посоветоваться. Я 15 лет ждал, когда, наконец, 200 миллионов сковырнут эту кровавую опухоль. Хотя бы русские половины. Нет. Пьют, жрут, вождей вылизывают. А то, что у каждого третьего на просторах Родины чудесной кто-то сидит, бит, все равно наплевать, скоты. Ты что ж, хочешь, чтобы мы вдвоем и тех, и этих своротили? Вполне. Мои предки Романовых на царство избрали. А мои свиней у твоих пасли. А кто на царство избирал и кого избирали, с соплями в землю ушли. Кто ты? Завтра. Постарайся их отвлечь. Пойди на улицу. Поводи их. Погуляй. Все, что надо, сделаю сам. Прошу тебя. Откуда ты взялся? На мою голову.
Я любил вас. Анна Васильевна. Я вас боготворил. Это ведь вы. Правда. Подождите! Подождите! Куда же вы? Стойте! Подождите! Вы пришли к Тане? Не отрицайте, это так. Слышите? Как лопнула струна. Мне нужно... Я хотел получить свои бумаги. А зачем? Ведь Тане-то больше нет. Ей прострелили затылок. Пусть слыли, чем и хотят, насильно связать разорванную сеть. Слепое зло падет бессильно, добро не может умереть. Я желаю вам добра. Пойдемте, здесь совсем недалеко, близко, вам прострелят затылок. Да, здесь совсем близко. Вам прострелят затылок. И вы, и Таня, и я. И вы? И Таня, и я. Пойдемте! Здесь совсем близко. Куда же вы пойдемте? И вы, и Таня, и слушайте мы.
правда вовеки, и слово твое истина. Отец Виктор нужен. Вам зачем? Дело есть. У вас умер кто-то. Хочу помолиться о убиенных друзьях. Давно? С 18-го. Тогда пойдемте. Прошу. Интересно. Вас заинтересовала эта горка? Вы позволите? Конечно. Какая странная была жизнь у моего мужа. Он пел Ленского и был народным артистом СССР, депутатом их Верховного Совета. Представьте себе. Но у нас была разная с ним жизнь. Но это не должно вас смущать. Спасибо. Он поет на интимных вечерах руководства, вращается в сферах. А я тихо ненавижу. Вот и все. Я слушал Евгения Негина. 910-м, Мариинском. Фигнер пел Ленского. Собина, к сожалению, не слыхал. Чего умер ваш муж? Он умер от известной болезни. Одна из кардовалет его наградила. Но это не важно. Вам нужны документы. Они в тайнике. Где? Вы имеете в виду обыск? Ну что ж, попробуем подняться до уровня НКВД. За день до ареста. Вас не смутил ее муж? Он сошел с ума.
Когда Таня исчезла, мы долго не знали, где она. А тут зимой, снег. Мы взяли извозчик и поехали за город. А враг? Голые трупы. Я узнала Таню. Она была совершенно голая. И у нее было такое страшное лицо. А вечером мой муж сказал мне. Он вечером пел у руководства, что начальник НКВД был смущен. Не правда ли? Достойное смущение. Я благодарю вас. Честь имею. Не верите? Еще не верим, а? Давай там, не лезьте. Еще не верим. Давай запивать. Тигана Казакарата. Не забывайте. Дорога долиняя. А дорога долиняя. Казенный дом. Казенный дом. Казенный дом. Казенный дом. Тюрьма центральная. Я ж тебе говорю. Все ночи полные огня, а галка, зачем сгубила ты меня, а галка, я твой бессменный аристарх, а мои юности дала твои стена. Догадка, я твой бессменный арестант, права и юности дала воистина. Знаю, милая, больше не встретимся, решетки новые мне суждены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие моей жены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие. Война же идет! А вы песни поете! Весело вам, да? Сволочи! Как же вам не стыдно? Как же вы, а? Ведь люди же гибнут! Сотка, надоело! Попишу же я тебя, сука, отцапли, а! Звони, сестренка, ну, фрейлина, ну, посмотри, что делать, да? Таган, ты говоришь. А я все по этапам допересил. Знаю, милая, больше не встретимся. Дороги разные нам суждены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие моей жены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие моей жены. Таганда. Все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка, я твой бессменный арестант, пропали юности дала твоих сына, Таганка, я твой бессменный арестант, пропали юности дала твоих сына. Чего? Я должен. Где Гансы? Ушли с утра. У тебя все это. Понимаешь? Отоваривать. В общем,
Вот. У меня никогда не было такого платья. А кто эта женщина? А мальчик, зачем ты мне это показал? Пойдем. Здесь недалеко. Ты должна знать, кто ты на самом деле. Уходим. Потом. Да. Я здесь. Я ему сейчас яйца отрежу. Отребье, говнюк. Звонить можно? Звоните. Не работает? Тот аппарат. Приемная. Моя фамилия Смирнов Игорь Павлович. Я хотел переговорить с Олегом Константиновичем. Мы с ним вместе боролись против белых в 19-м. Я здесь проездом по очень важному делу. Спасибо большое. Дежурный слушает. Пожалуйста. Жарковато. Спасибо. Спасибо. Отлично! Ну а что ж там делать? Смирнов Игорь Павлович, это вы звонили? Да. Подождите, я доложу. Товарищ майор, к вам Смирнов Игорь Павлович. Да-да. Прошу вас. Разрешите идти? Да. Слушаюсь. Проходи, проходи, Игорь. Сколько лет, сколько зим. Вы не Смирнов.
Кто вы? Вспоминайте. А этот третий не лишним будет при нашей встрече. Подумай. Иванович. Корочкин. Что тебе нужно? Да вспомнил я тут одну историю. Как четырех. Не беспокойся. Как четырех большевичков мы расстреляли. Одного отпустили. Тебя. За что получил ты? Зуев. Секретный агент контрразведки. 75 рубликов золотом. От меня. Курочкина Геннадия Ивановича. Товарищ майор, по вашему рецепту, товарищ майор, вы, товарищи, наша старая гвардия. Мы вами гордимся. Вам есть что вспомнить. Троцкисты, белая контрразведка. Пейте чаек, товарищи. Решите идти, товарищ майор. И идите. Ну, а теперь ты, почетный чекист, начальник НКВД. Слушай, а почему ты свою красивую внучка? Оставь. Звучную фамилию Волобуев сменил на пошлую кличку Зуев. Гена, все это слова. Где доказательства? В кармане. Константинович, в городе разведгруппа немцев. Их интересует оборонка, дислокация войск, ну и все, что должно интересовать разведку. Но главное — это твоя вербовка с моей помощью. Ген, я тебе дам денег, документы, только и исчезни из города. Мне надоело быть бездомной собакой. Хочу быть легальным гражданином СССР. Значит так, берем немцев. Тебе орден, мне свобода. Гарантии. Слово дворянина. Ну, а доказательства? Раз доказательством. Два. Три. У меня их много. И каждого из них вполне достаточно, чтобы тебя расстрелять. 20.00, Лубенская, 10. Красный кирпич на холме. Хозяйку зовут Анфиса. Сам понимаешь, шаг вправо, шаг влево. Пока. Таня, как городишь, сразу послушай. Она уже у врача. Я же хорошо. Быстрее, быстрее! Сейчас мы... Сюда!
так? Сын! Сын! Ты уходишь на фронт, чтобы защитить Россию от красных. Нет, нет, немцы нацисты, национал-социалисты красные. Они те же коммунисты. Я никогда не говорил тебе и не хотел огорчать. Я в 19-м красный сволочь. Я знаю, папа. Ты бей немецкую красную сволочь. Обязательно, папа, только тише. Коричневую, это одно и то же. Я понял, папа, понял. Всю эту нечисть. Я за это не иду сказать. Я... Береги себя. Конечно. Зря под поле не лезь. Подумай, ладно. Что ты? Но труса не празднуй, а придется умереть. Прошу тебя, умри достойно, как мы в 20-м умирали. Отойдите, пожалуйста. Вы видите, мы разговариваем. Прошу тебя. Я прошу отойти. Честно. Иди, ни о чем плохом не думай. Прощай. Мало дали. Да на, подавись, мало тебе. Мало. Все, мало, да ты не Какая неожиданная встреча в таком романтическом месте. Шайс. Милости прошу, господа, в наш общий европейский дом. Пожалуйста, специально для вас два места забронировано. Почему не выполнил приказ? Какой приказ? Никогда не нарушал приказов. Ну что, барыги, улов клевый? Какой клев? Какой клев? Не вертухайся! Ну... Давай быстро! Все понял, все понял. А ну быстро стегнули менту. Давай быстро. Быстрей, быстрей! На гробик. То-то на гробик. На похороны. На могилку. На панихиду. Значит так, через 2 минуты сюда зайдут пописать, а еще через 3 минуты здесь будет НКВД, все убрать. Все убрать, я сказал! Оружие туда. Геволь.
Danke schön. Bitte sehr. Хайль Гитлер, господа. Вот что, Мазюкин. Езжай. Слушаюсь. Господа, я отрицал знакомство с Зуевым. Твоя жизнь висит на волоске. Ты убежал от нас, ты нарушил приказ. Но в самом деле я знаю его. Мы были знакомы. Он сдал меня советом. Он мой враг. Меня могли расстрелять. Поэтому месть мое кредо. Что есть кредо? Говори по-русски, Фофан. Кредо? Верую. По-латыни. А римляне наши славные языки. Си, сеньор. Господа. Если вы прислушаетесь ко мне, с моей помощью вы очень легко завербуете Зуева. Как его настоящее имя? Волобуев. Как? Волобуев? Ха. Буйвол. Ха. Войбул. Войбул не переводится. Да, не переводится. Коммунист Боловуев будет лизать наши с вами сапоги. Это надо обсудить. Нет. Уже некогда. Буев, Волозуев на подходе. Поэтому я пошел, господа. Приготовьте бумаги. Ну, с Богом. Тревожно мне что-то. Одну минуту, господа. Боец. Геннадий, ты чё? Я? Ничего. А ты чё? Зачем свет? Чтобы нос не разбить. Проходи.
Ты один? Один-один. Проходи. Как проведем операцию? Слушай, Олег, тут не немцы посоветовали тебя... Что? Завербовать. Потому что в противном случае... Что в противном случае? Придется тебя... Что в противном случае? Да я тебя облю! Ну, допустим, ты меня, а не тебя. Давай. Давай. Все. Сволочь! Все. У меня все и дело. Сволочь! Пять. Херр Райн, господа! Садитесь, рад познакомиться. Строго секретно, экземпляр единственный. Это о сотрудничестве. Подпишите. Ваше управление ведет разработку нашей резидентуры. Наш радист запеленгован. Сведений нет. Хорошо. Только учтите, я не смогу с вами лично встречаться. Он выйдет на вас по необходимости. Место встречи и график вам сообщат. Мы благодарим вас. Вы можете идти. Браунинг я могу взять с собой? Верните. Ну что, Олежек, мы сами родимый закрыли. Орлиные очи твои. Входную заперла? Да. Тебе ничего не надо? Все сделаю сам, ступай. Анфиса, иди собери вещи. Все, проходит Олежек.
еще томит, еще пьянит весна. А жить уже осталось так немного, и на висках берись седина. Идут, бегут, летят, спешат за окна, и вдаль туманы секут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит. И только сердце знает, мечтает и ждет, и вечно нас куда-то зовет. А что? Туда. Может, и сложится. И тает печаль. Навязался ты на мою голову. Там, 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 там. Позвольте? Да, пожалуйста. Ну что, товарищ, почему грустим? Не надо, не надо. Представляете? Документы. Америка отказывается помогать СССР. Ну, это же понятно. Так, ну, как вы думаете, почему это происходит? Это же просто. Империалисты, империалисты, империалисты. Понимаете, нет? А я не ваши документы. Не могу этого понять. У них великолепная техника. Им бы нам и помочь. Не согласен с вами. Это у нас техника. Это техника, настоящая техника. Почему не на фронте? Где писаешь, почем? Что? Так у меня его вытащили. По ночам, говорю, писаешь? Как? Специальным прибором, представьте себе. Нет. В нашей простой больнице. Так. А вы говорите, мы все время куда-то смотрим на Запад. Зачем? Зачем? Наше советское, ваши документы, это лучшее, понимаете? Да. Пожалуйста. У меня почечная колика. Вы знаете, что такое почечная колика? Ой, это страшно. Это фамилия? Это... Смирнов Игорь Павлович. Колика. А где работаете? Настройщик роялей. А где прописан? Северная 5, квартира 10. Почему не на фронте? Отвечаю. По причине почек. Нефрит. Колик. Заработал в городе Пряжске бывшая Украина. Почему бывшая? Потому что сейчас ее топчут немецко-фашистские орды, товарищ. Топчут. Пройдемте. А, собственно... Хорошо. Я пройду. Я не учу, товарищ начальник. Товарищ начальник, это гражданка его сообщница. Ваши документы. Пройдемте. Что, попалась голубушка? Зачем? Вы его знаете? Кого? Ну, не говорите глупости, гражданка. Его. Почему вы грубите? Как ваша фамилия? На подобные вопросы мы не отвечаем. Так знаете или нет? Он стоял на перроне, ждал поезда. Потом вошли в вагон. А он что, шпион? Ну, ладно. Ладно. Одну минутку. Граждане, я хочу проститься с той женщиной, которая только что выполнила свой гражданский долг. И ответить тебе чей-то голос чужой. Он уехал давно. И нет адреса даже. И тогда ты заплачешь. Единственный мой, как тебя позабыть, дорогая пропажа? Шарапись. Сразу. Thank you.
товарищ лейтенант госбезопасности, арестованный и доставлен. Хорошо, открывай. Выходи. Происшествий никаких не было? Нет. Проходи. Чего застыл? Свободно. Арестованный, три шага вперед. Стоять. Вперед. Примите арестованного. Шнурки, личные вещи на стол. Торопись. Фамилия? Смирнов. Имущество? Игорь Павлович. Торопись. Шаг в сторону. Кругом. Видеть, я оформлю. Арестованы. Руки за спину. За мной. Разрешите? Арестованный Корочкин доставлен. Конвой отпустите, сами оставайтесь здесь, заводи. Вперед. Конвой свободен. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Не трудитесь, она привинчена. Не курящий. Ну тогда начнем вот с чего. Этот портрет наш художник нарисовал сразу же после исчезновения товарища Зуева. Его нет ни в положенных местах, ни дома. Взгляните. Хорошо. Ваше настоящее имя, отчество, фамилия, цель прибытия в город? Корочкин Геннадий Иванович. Цель прибытия в город заброшен немцами, чтобы изъять в известном месте бриллиантовую брошь. В 19-м она находилась в золотой кладовой верховного правителя. Личная цель – убить Зуева. За что? В 19-м он был у меня на связи. На связи? Это как? Это так, что он был моим секретным сотрудником. Ну, а почему вы не сказали об этом на следствии и на суде? Зуев тогда показал, что он был против вас в составе подполья, и его товарищи подтвердили это. Естественно. Иначе какой же он сексот? А на чем вы его? Если это, конечно, правда. Была бы неправда, стали бы об этом спрашивать. Жадный был, деньги любил. Женщин. Мы сфотографировали его с двумя обнаженными дамами. Я платил ему 50 рублей
Николаевскими. В особых случаях с золотом, вы, думаю, так же делаете. Делаем, не делаем. Где он сейчас, Зуев? Убит и зарыт. Вербовочные документы лежат на трупе. Что вы имеете в виду? Имею в виду бумагу, которую подписал Зуев о сотрудничестве с немцами. Так, мне кажется, вы говорите не все. Не все правду. Предупреждаю, мы можем применить специальные методы и средства. Вас искалечит. Где? Где они зарытые, сволочь? Произведения советских композиторов. Да, страну родную я так.
Чье же такое зрелище-то, а? Да секретарь обкома Бабулина. Позавчера расстреляли, а сегодня изучают для пользы дела. Ребят, что пользы дела? Это для дурачков, для маленьких. Я, товарищи, многое из этой пленки понял. Взял на вооружение для борьбы с врагами народа. И более того, товарищи, эта непритязательная вещь удивительно психологична. Угу. Почему? Ну вот она разделась. А для чего, товарищи? Загадка. Никто у нас не души. Каждый свой, каждый на рожде. Золотым Богом припозднились, товарищ Шевчук? Да, немного. Что? Ничего. Вам очень идет. Благодарю. Позвольте. Мне нужно переодеться. Я вам принесу костюм мужа. Благоволите подождать. Вы одного роста. Такая дурная болезнь. Переодеться можно там. И тогда маленький Мок сказал: подожди, пока у тебя похудеет голова, тогда котел свалится сам. Но повар рыдал и лишил меня жизни. Разве котел на голове лишает тебя жизни? Спросил маленький. Неблагодарный. Он прибавляет веса твоей голове. И скоро у тебя появится внутреннее зрение. Ты будешь видеть то, чего не видел ты. Тоже товарищ Сталин. Читай. Тебя мне не забыть. Я вся в мечтах с тобой. Твой призрак голубой.
Слезинки конец нашей сказки. Завтра новое солнце взойдет. Не забудутся грезы и ласки среди горьких житейских невзгод. Затуманились нежные взгляды. Не вернуть нам минувшего вновь. Две слезинки нам были наградой за все то, что мы звали любовь. Мам, да? Спасибо. Мам, ну да. Две слезинки, конец нашей сказки. Завтра новое солнце взойдет. Житейских невзгод затуманились нежные взгляды. Не вернуть нам минувшего вновь. Две слезинки нам были наградой за все то,